Здравствуйте, дорогие друзья. Вот сегодня я ночью работаю, вот увидел такую картину. Мы уже находимся в преддверии Рождества. И вот мне привлекло внимание вот такая вещь. Человек лежит бездомный, видимо. И вот так вот спит. Конечно, я ему мешать не хочу. Вот он как-то украсил свой тут велосипед, какие-то коробки. И спит он не один, а там рядом собака. Ну, собаку не видно. Вот. Хочу просто сказать, что вот такая вот у нас картина тоже встречается. Ну, всего хорошего. Так как говорится, я снял по дороге.